Следователи. Как рассказывают опытные полицейские, перейти в эту профессию не так просто. Нужно иметь совершенно другой, иной от привычного склад ума. О том, в чем заключается работа людей, раскрывающих преступления, расскажет Артур Поляков. Стойкость, нервы и чуточку везения – необходимые в профессии следователя качества. Когда полицейский приходит на место преступления, он не знает в точности, что здесь произошло. Главная его задача – восстановить картину происшествия. Я расследую уголовные дела по линии мошенничеств. Мы аппаратом расследуем уголовные дела только тяжкие и особо тяжкие. Ну, тяжких и особо тяжких категорий. Сейчас, так как мошенничеств очень много, в основном у нас идут интернет-мошенничество и аналогичные другие преступления. Подготовить следователя в стенах вуза невозможно, говорят полицейские. Им нужно стать, а чтобы это сделать, нужно трудиться, работать над собой, иметь глубокие знания, а самое главное – постоянно их повышать. Сейчас в учебном центре следственного управления департамента полиции, где здесь стоит, например, макет аналогичного преступления. Когда следственно-оперативная группа приезжает на место преступления, в первую очередь отцепляется район места совершения, то есть желтой ленточкой. Тренировочный полигон нужен для подготовки молодых специалистов. Он существует не зря. В Павлодарской области раскрываемость убийств 100%. Большинство из них по горячим следам. Артур Поляков, Дусымбек Токай, Ертыс Акпарат.